нет таких вкусных пасок, как у нас. У нас здесь начинается процесс. Нас утром батюшка пришел, осветил все продукты, цеха, формы, все, печку даже осветил, чтобы не поломалось. У нас все здесь полностью процесс, каждый год один и тот же. Хочется что-то красивое сделать, и поэтому мы стараемся каждый год что-то новенькое пустить. То цыплятки, то тюльпаны посадим. Вот каждый год разные цветочки стараемся. Всыпаем пасочку. И оформляем ее цветочками. Цветочки мы готовим заранее, за неделю. Стоим и делаем красивые-красивые цветочки.